Ну что же, здравствуйте, дорогие товарищи. Мы продолжаем играть в Half-Life. Тоже включил звук, все. Да, мы продолжаем, поиграем в халфу сейчас немножко, в коопе втроем. Всем приветствуем опять же Хикса, меня и Атласа. От Ванаса. Блин, господи. Главное, чтобы не Кто Ванаваса. такой? Да. Кто ты меня склоняешь? А, точно, мы же на акуле остановились, помнишь? Да, это, по-моему, эта карта и есть все-таки. Да, это вот типа закончили здесь, и оно. Ну что, покатаемся? Мы же спецназ. Пипец. Все застряли. Что происходит, мама? Кого-то раздавило. Что-то пошло не так. Ой, меня убило тоже. Причем это произошло внутри тупо этой вагонетки. Может, на ее нахрен и так пробежимся ножками, а? Да можно, можно. Ну, ее надо запустить просто, да, и побежать ногами. Она пробьет дырку. Все сломает. Отверстие. Да. Не техническое. Отвратительно. Хороший начало, знаешь. Погнали, три трупа. Даже доехать не смогли. Всегда так было. Ничего не вижу в этом плохого. Мы так командой четко сели все втроем. Одного раздавил, второй разбился. Типичная команда. Успешного успеха. Просто Dream Team какая-то, да? Может, парни, я лучше пешком. У вас нафиг. А, это ты. Ага, это я. Вот я тут Friendly Fire уже устроил. Кто? Я? Не, я. Что это за немец у нас? Я по дреду просто стрелял. Слушай, а тут можно, смотри, сверху сэкономить маршрут. То есть сейчас сразу можно спрыгнуть куда надо. А куда надо? Да, вот направо просто. Вот сюда нам надо прыгнуть и не плавать. Что? Я уже ступил. Вот сюда надо. Там, где башня упавшая? Да. Ну, ты можешь прыгнуть и направо, но тогда тебе придется там лазить потом по всяким этим, перепрыгивать. Боль. Паника, ярость. Да, ну я уже испортил. Кого? Ну, мне все равно придется ползать. Так, а куда дальше? Направо. Что происходит? У кого-то тебе чайник, что ли, начинает свистеть у кого-то? Нет, это ноут. А это ноут, такой звук, а вот там истребитель взлетает где-то на фоне. Нет, вот теперь взлетает. Да. Это, стой, только главное не иди вперед. Сейчас вот здесь выплывешь и не иди вперед. Дред, где? Может быть, ты выпилишься, я тебя просто здесь ресну. Тут значок где? Рядом. Где? Да я уже поднялся наверх вроде как. А. Или куда ты вообще? А. Такие вопросы. Да. А куда дальше-то? Дальше вниз еще? Да, по коридору дальше, прямо там. Подышал воздухом и дальше. Через пролом. Блин. Паника. Подышать? А ты где вообще? Ты не в ту сторону, что ли, уплыл? Да. Вот сюда. И надо и туда теперь. Блять, я застрял. Что произошло? Что? Ты тоже застрял? Да. Да что ты меня бьешь? О! I'm stuck друг в друге. Че, стакнулись? Да. Посупить? А, не, нормально. Нет. Все хорошо.
Потому что тут значок был этого. Кишки. Арбалеты. Тут эти машинки эти, они перезаряжают через какое-то время. Ой, меня сейчас сожрут, ёб твою мать. Mm-hmm. Все. Меня мне сожрали. Кажется, ужас. Эй. Ну что ж ты так? Так, чё, где, кого? А, о. Ну, там арбалет наверху можно взять. Арбалет взят, ага. А дальше можно. Как бы где-то там акула это плавает. Надо убить акулу, а потом снизу покрутить вентиль. А, точно, да, я же забыл. Ты прям как ассасин сидишь на краю, на картах. Ага. Главное не встать. Или чтобы у меня не встал, а просто свалится. Тебя сейчас за руку укусит. А ну нахер, пошли дальше. Мне понравилась картиночка, которую ты сегодня скинул в этот. Что-то там, что-то Get More Pussy или что там было написано. Да, было дело. По-русски получилось. Чипезуды. Я в коробочке. Это грустно или весело? Ой, блин, опять это. Опа. А! Паника, паника, паника! Ярость. Сука. Нет, паника. И сука. Я открыл дверь снизу, если не хотите прыгать, можно проплыть снизу. Спасибо. Да? Это... Прямо, да, внизу. Весьма ценный вклад нашего выживания. Да, благодарим вас, уважаемые. А эти рыбины не будут плыть? Не. А блин, крокодилья морда. Надо подхиляться. Кто-нибудь меня подлечит? Надо подхиляться. Тут можно лечить. Что у вас тут такое творится? Почему я на картах сижу? Зачем ящик здесь нужен? Вот этот двигающийся. А что там, кстати говоря? А, я знаю, зачем он нужен. Вы там прыгаете, а я доберусь. И так. Да? Ну ладно. Нет, я не заберусь. Баночка. Тут еще один ящик. Обман очка. Да, да. Что, нельзя, да? Нет, походу нельзя. Что? А, еще один есть. Я сильный, я потащу. Здесь как будто прыжок не срабатывает. А, так может с другой стороны? А, это... Зараза, блин. Там типа... Да ёб твою мать, почему не срабатывает? Да, работает. Я залез снизу по ящикам. Да, хорошо, нафиг. Молодец. Нафиг эти. А? Там хмыри, кстати, которые
после педрического. Но нам сказали, что здесь будет только один Гордон Фрин. Где-то. Кто там у нас? Икс? Да. Спасибо. Такой звук у тебя от ноутбука, как самолет взлетает. Да что тебе не нравится? Ну такой-то, как будто там, я не знаю, на космическом корабле, знаешь, это там... Двигатели включились. Ты просто соскучился. По этим звукам. Просто соскучился по этим звукам, признаюсь. Ящики. Там слишком холодно. Я уже с этими, с хмырями, морщу хмырей. А ты уже там с женщинами воюешь? Не, он... Нет, с... там... с хмырями. Хмырями. С женщинами? Да. Ну я не знаю, какого пола эти хмыри. Может быть и женщины. Но это не точно. Да, make sure you. Кто у нас? Сейчас мы разберемся. Где эти? О, барышня. Ой, барышня разметала. Да, вторую барышню разметала. Конечно, не сильно поможет, потому что сейчас... Третью барышню разметала. Нужно дергать за рычаг, да? Да. Типа... Да. Он еще типа и уходит обратно, да? Кто? Что произошло? Что произошло? Меня телепортнуло. Что произошло? Что это? А! Сейчас да. Нас троих тут... Отобьют почки троим. А если бы нас играло 16 человек? То кто-то один зашел, 16? Активировал скрипт и все. И всех 16 побило бы. Да. Как хорошо, что у меня нет звука, а то я бы не смог представить, какие звуки были сейчас в темноте. Там мы такие А вот тут надо Star Wars играть. О, это же это... Столько ящиков, да, и... Кто-то был полным лошпеком. Чубака там. Какие нахрен госуслуги? А тут. Все, поехали. Куда ты не пошел, которая вела в там другую сторону? Там мина. Там мины, да. И нам нужно. Прям на мины надо было идти. Да. А. Ну сейчас это с собой разминировали, вы пройдете дальше. А что нам опять это проходить? Боли страдания. Боли страдания, не говори. Паника, ярость. Кто тут? Что это за голый мужик? А, это не голый. Здравствуйте, ребята. А что вы делаете на моем объекте? Я знаю все технические коммуникации тут. Свети. А мне не видно, я инженер. На мне желтый костюм и каска. Да. Так. Так-то непонятно, но как будто. Куда этот хрен побежал, его жрут. Отлично. Но нам не за ним. Да? Да. Жаль. Нам в чан вот. Стой! Эти... Стой! Вообще, смотри. Их здесь. А, ну привет, сладкий.
Боже! Я просто подумал, что пока жрали этого мужика, если двое из нас еще поймаются, то третий сможет пройти. Отличный план! Зачем? Вот же проход, вот здесь. Эй! Эй! Бля-б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 ля. Я в прошлый раз отсюда прошел. Угу. Как тебе вид сзади? Просто великолепный, не останавливайся. А ты точно починишь электропроводку? Конечно. Сука. И не говори. Как я люблю прыгать, это просто нечто. Так, давай, распрыжка, распрыжка. Как там в сурсе распрыжку делать? В сурсе. А ты что, уже умер? Нет. Тут внизу подзарядиться можно. Ну и давай. В этой трубе что-то внутри есть, я уверен. Девочка, упальники. Так. Опции. Так, где у нас фонарик? Ладно. Да, блин. Хикс. Давай, блин. Ты не коллизию тут. Какую коллизию? Я ничего не вижу, у меня фонарика нету. И у меня фонарика нету. О, свет фонарика. Направо, направо. Прямо. О, ага, отлично. Где там? Ящики. Много ящиков. То есть это не Хиггс себе коллизию, а это я вам коллизию. Коллизиатор. Че ты такая быстрая? А? Ага. Я не знаю. А ты хочешь платьишко? Что? Платьишко хочешь, ну? Не понял, плач? Платьишко хочешь, ну? А, платьишко. Хочу, да. И на ручке? Угу. Ну ты же видишь, какая я сексапильная девушка. Это же, по-моему, Resident Evil скин, да? Типа ну, что-то такое, да, похоже. А тебя можно пожмякнуть, ну? Без проблем. О, боже! Скотина! Подошел ко мне и резко скин на негра поменял. Я чуть не обгадился. Жмякай. Так, так, ребята, тут крокодил, блин. Где вы были? Да, ты ж... Да. Я его пинал. А он тебя это сделал, да? Да. А он меня засосал. Хорошо. Тентаклями. Сосет. Блин, откуда пистолет взялся? Там лежал. Здесь подобрали. Черт, блин, я его пинал, нужно было, а пистолет не заметил. А, там еще крокодилы, я понял. О, теперь нормально. Оф, я это нажму, как ты будешь готов прыгать. Что? А? Как будешь готов, я нажму. Ты еще должен выбрать момент, наверное, а то они не дадут пройти. Ага. Вот видишь, нажали и хуй. 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 Ну ладно. Ты прошел, нет? Да, я прошел. Ни хрена себе, а как?
А я там перепрыгнул с одной на другую. Не прошел, да? Да. Так, что здесь, куда нам надо было? Вот здесь, да? А вот дальше вопрос. Куда? В смысле дальше? Вон вот сюда. Подожди, не, ты иди по направлению. Вперед, вперед давай. Давай, давай, вперед, вперед. Ну давай, давай. Теперь вот на следующую конвейер прыгай. Не, правильно, правильно. Иди по движению. Прямо. Вот теперь по этому конвейеру. Да. Красавчик. Вниз. Не-не-не-не-не-не-не-не. Там два внизу было. Вот, блин, там два внизу было. Ладно. Давай, наверное, еще один кружочек. Отлично. Моя жопа горит тут. Давай сюда. Сюда. И вот спускайся на тот, который в сторону. Только не налево. Печи. Направо, да, вот направо. Направо, направо. Нет, направо, потому что там будет это. Мина. Баба. Тебе нужно ее издалека бахнуть. Вот, да, вон видишь там. Она справа. Да, вот круто. Ага. Целый патрон потерял. Ай-яй-яй-яй-яй. И еще один патрон. Можно не надо, я. Можно я отойду? Да, ну а теперь нужно прыгать туда-сюда. Но тут есть этот. И бортики, и водичка внизу. Да. Круто. Теперь я без фонарика ничего не вижу. Отлично. А, вот, нормально. Туда, наверное. Туда, наверное, не стоит, да? Не, наверное, стоит, но когда откроется. А здесь, наверное, так, можно так отпрыгнуть, да. И наверх там куда-то. Ага. О, ура. Опять та же херня. Почему у меня звук игры из внешних колонок, а вас я слышу через наушник? Ладно. Будем играть так. Что это было? Ты решил? Да, почему бы и да? Я решил искупаться, освежиться. Пока вы там с этими псинами разбираетесь. Не совсем прочим, да? Да, 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 да. А, вы уже все, да? А, хорошо. Ну там Хиггс натренировался. У него собака есть, он уже. А ты откуда появился? Кто? Ты же вроде там это самое. Я плавал. Помер, да? Там было написано, что ты помер. Да-да-да, я помер. А как ты зареспился? Да. Что ответ? Это же очевидно. Куда побежал? А, мне кажется... Вы разбираетесь сами. Фарш. Мак. Уже прибежал. А ты куда побежал? Он куда-то побежал. Видимо, фарш собирать, я не знаю. Давай, кай. А ты уже здесь всех завалил? Да. Я не дал вам пострелять. Ах ты. А, вы мой дробовик забрали. Да он все забрал. Потому что...
Ага. О, да вы мне еще и открыли дверь, что ли? Следующая лаборатория? Или что это? Что? О, что? Еще музыки, привет. Так. Я еще с пассажиров повалил две штуки. Смотри, что у меня есть. Пиписька? Я потерялся чуть-чуть. А, тут этот самый. Я тоже запутался. Я, короче, вышел опять туда же, где и где. Ладно, допустим. Чайно всех убил. Отстань от меня! О! Мне пытаются руку засунуть. Куда? Куда? Я решил просто уточнить, мало ли. Там был хавос. Все, взорвался. Ну опять тебе все висели. Запускаю. Что ж. Что ж. Оу. О, ящики. А, они взрывоопасные, я понял, не, не надо. Ну ладно. Блин, арбалет такой. А эти нормальные. О, тут можно полечиться. А! Я чуть не это не сделал. Ты где? Только не взрывай этот ящик. Да ладно. Стой, 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 стой. А, у тебя тут нормально все. Так, а вот там вот что за проход и лестница какой-то, так? Не обращай внимания. Ой, дверь подвид. Точно не обращай внимания. I don't wanna die. А ты живой? Hi. Да. Так, блять, опять пришли. Я бегу и глажу маленького жучка. Ага. Снорки? Ну. О, я нашел этого лямбда. О! Тут крокодилы и много мужиков с этими. Много крокодилов. Давай, малыш, иди. Да, ты теперь свободен, лети. Что происходит? Ебать, кто это сделал? Молодец. Блювап. Там же ничего не было. А! Мужик, ты чё? Мужик, не стреляй! Мужик, стой, стрелять буду. Стою, стреляю. Стою, стреляю. О. Тут надо этот гипербластер найти. Я уже включил его. А, вот здесь надо тоже. Вот он. Был, нет. Почему он не работает сейчас? Электричество кончилось, не оплатили. Здесь включился. Пройдешь сквозь него? Нет, спасибо. Здесь вам надо комнату какую-то найти. Уйо, красоте. Здравствуйте, друзья. О! Фарш. Энергия. Лепездрическая. Шла моча по трубам.
Здесь есть, там есть. Хрен там плавал. А, вниз, наверное, надо идти. Там же дверка была или что тут такое? Вот, еще включил одну. И а, я вот, еще одну. И теперь по центру надо включить. Включил. Первичный лазер. Вот где тут две эти. Да, теперь две эти. Включил. А потом отключить этот щит. Чтобы он не включался. А это как сделать? А это ящик этот подвинуть, когда он... Чтобы он уперся об этот ящик и... А, точно. Надо его вдвоем перевернуть, тяжелый и более видимый. Крайне умные люди делали такое, да? Конечно. Такой лазер напротив стены, за который должен быть металлический лист. Что произошло? Блядь! Что произошло? Я сломал тебе все ящики, поэтому прыгать тебе только вниз. Привет. Как дела? Подсад. О боже, да. О боже, где? Это тут не работает. А, мы же... отлично. Все, надо вести этого. Сиентиста. Сиентолога. Да. Суетолога. Суетолога, да. Куда его там надо было везти, я уже забыл. Наверное, в центральный коридор. А, да, точно, да. Ты правда. Где надо посмотреть глаза в глаза. Давай, Обама, пошли со мной. Обама. На-на-на-на-на. Обама. Его дочку. А, мы не сюда, да? Нам не сюда. Ой, как я люблю. Все, вы там открыли или надо еще один? Я пытаюсь, блин, пройти. Куда? Куда надо идти? Я вообще пытаюсь, ну, понять. Куда надо идти? А, я потерял хму этого мужика. Ну, ты быстро, все-таки. Эй, мужик. Мужик. Да, походу надо было направо идти, а не налево. Хорошо, пошли направо. Не-не. Я сейчас бегаю тут, где лазеры. Надо его под лазером провести, наверное. Через лазер ты не увидел. Главную комнату надо вывести. Блять, я опять здесь. Сука, куда идти-то? Левел дизайн. Сюда, 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 ко мне. Сюда, ко мне. Хорошо сказано, сюда. Сюда, вот сюда. А вот я вижу, тут бегает. К лазеру идешь, да? Так, надо Бориса нарисовать. Блин, а где? Борис Бритва. Да, вот сюда. И вести вон вот там. Ты тоже Бориса выход. Выбрал, да? Конечно. А, Space Biker или как он там? Иван, the Space Biker. Иван, да, не Борис, Иван. А можешь теперь его расстрелять? Да, я первый. Ёб твою мать, я назад. А что дальше? Мне кажется, это просто великолепно. Не рассчитано было. А, боже, да. А там много, да? Я уже забыл такую хрень. Можно меня залезть? Здесь подсады не работают? Сейчас я попробую. Работает. Да. Работает. Это было ни к чему.
Ну, мы знаем, что да, быстрый проход, поэтому это. А, что это было? Это были спецназеры. Ну, правда, это я по бочкам стреляю. Красиво летят. Ебок. А, точно этот. Я изделие. Красавчик. А! Ты тоже сделали, да? А вы все, что ли, уже? Наигрались, типа? Ты за эвейдил акулу, Дред? Да. Почти. Сейчас я вас тут подниму, тут будет сейчас поднималка. Ага. Да я нормально. Только выключи эти вентили. Ладно, я сам. Какие вентили? А, уже все выключено. Так, Атлас, ты там уже, наверное, горизонтальное положение опять принимаешь? Нет. Может, нет. Сейчас я тебя уже подниму. Давай, поднимай меня полностью. Благодарю. Через правый. Там уже положение у него другое. А, ну да, вентили же выключил я. Да. А, этот ствол я потерял, походу. Да, последний, с которым помираешь, он теряешь. Да. Он выпадает. Печалька. Такая фишечка есть. А, сейчас там все сделаю. Он упал. Эй. А вы уже тут? Да. Ну, я, знаешь, как я говорю, кто не рискует, тот не пьет. Кто не рискует, тот умирает. Поэтому я побежал, еще раз рискну. Кто не рискует, тот меня смотрит. А что ты хочешь сделать? Поднять что? Я хочу забрать вот этих вот. Как они там, бейлинги. Жуков? Да. Ой, свали от меня, отпусти. Снорки. Пусти меня, грёбаный спайс. Трын трава, да? Ну. Пусти меня, чудо трава. А что в итоге делать с минами? Можно мне поинтересоваться? Я сейчас снорков могу туда запустить. У меня с собой 13 снорков, я не зря их с собой берёг. Я, в принципе, ты думаешь, они разминируются? Им найдется лучшее применение. Сейчас проверим. Во, слушай, я одну мину взорвал даже. Бегите, друзьяшки. Да, он разминировал. Просто великолепно. Снорк. Snork of the gym. Мне очень нравится, когда ты ему палец даешь, он тебя пытается укусить. Да. Что? Нам снорков моих заберете? Нет. Возле палатки. Возле где? Возле палатки. А, ага. Маскировочной сетки. Тут еще эту штуку открыть надо-то. Забрал.
Если что, да, можешь кидать на них, мины реагируют. А, собственно, куда дальше-то? Вам надо перепрыгнуть вот в эту решетку, но ее сначала надо открыть. Да. Как мы ее открыли в прошлый раз, непонятно. А где-то там, видимо... Я знаю где. В соседней локации в башне, да, тут спецназер стоит и вентиль. И спецназер, и вентиль? И два их даже, да. Три? Четыре. Двое слева, двое справа. А! А! Паника! Че-то я потерял вас. Парни, вы че? Рабы-либеры, это все-таки внутренние войска. А, блядь. Ой. Займу-ка я горизонтальное положение. Что-то арбалет против них не особо эффективный, да? Да, что-то его как-то странно поменяли. И не взрывается, и ничего не происходит. А вроде никого нет больше, я смотрю. Да. Револьвер еще лежит за камнями. Так, 36. А вы что, откисли оба? Да. Красавчик. Что, много, много и долго надо, что ли? Так. Если тебе нужно Dream Team, с которой ты будешь страдать, просто нон-стопом обращайся. Dream Team, да. Dream Drink Team. Кстати, у меня есть баночка пива. Да, ты хорош. Да, Салденс. Трипл-ипа. Обожаю это дерьмище. Ты его выпиваешь, и тебе хорошо. Но хочу сказать, что его понизили в градусе. Раньше он был 12,5, а сейчас всего 10. Чё-чё-то? Что там было? Что? Что? Кто здесь? Кто, где, я что? Про пиво говорю. Вот сюда, направо, да. Ага. Крапива говорю, что раньше Салденс ИПА был 12,5, а теперь он десятка. Танк. В общем, возможно. То есть твоя мать. Что, что не так? Левел Чендж. Ой, блин, опять отсюда. Yes. Ладно. Не говори. Так, на этот раз я пойду за Атласом, он знает какую-то секретную тропку, как спуститься вниз не по трубе. Да. Я прав? Да. Он там внизу какой-то бегает. Короче, сначала сюда. О, да, только я умер. Ха-ха-ха. Спасибо, я понял, как идти, отлично. Отлично, план. Хорошо, показал. Стой, 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 стой. О, я правильно, да, спустился? Да, ты правильно спустился, только смотри, теперь ты на туда налево-назад. Стой, пещеру, запрыгиваешь в пещерку. А какую пещерку? Аптечка. Да, а теперь еще левее идешь. И там будут несколько... Нет, нет, назад, назад, назад. Вот, Дред, вот там вот наверх иди, назад, где Дред. Мы спустились. Да. Да. Вот здесь прыгаете, здесь есть пещерка с дерьмищем. Дред. Видишь, где я? Ага. Отлично. Здесь пещерка с дерьмищем. Я уже там взял. Дальше, направо идете, вот на вот эту нижнюю. Следующая. Ага. И да. Следующая, все. Только здесь осторожно, можно улететь. Да ага. Ладно. Все, нахер эту трубу. И дорожка одноразовая. Нормально. Ой, ядрит, смотри, что там было. Что там было? Какой-то обвал. Не, тебе показалось. Здесь дробовик с правой кнопкой стреляет очень быстро, если несколько раз нажать. Если зажмешь его, он будет ду-ду-ду-ду делать. Да, раньше, я помню, просто двойной был. Да. Это было изично.
Изично, да. Так, это то место, где мы потеряли товарища. О, нет, это другое место. И вы потеряли товарища на следующей лестнице, вот на той. А, на следующей. Даже на через одну еще. Короче, самая последняя лестница. Ну что, товарищ, попробуй еще раз. О, спасибо. Я люблю страдать. Я люблю страдать. Почему ты у меня не прыгаешь? Потому что да. Хорошо. Это были страшные предупредительные звуки. Я думал, ты уже начал срываться. Я уже сорвался, но просто я на нижнюю лестницу зацепился прямо в полете. Да. Так, пошла зачистка. Ничего не знаю, я все еще карабкаюсь. О да, труба, люблю трубы. О боже, фонарик, господи! Не говори. Типа 300 патронов, это 10 магазинов плюс один. Господи, господи, сколько же на мне вес. Еще несколько оружия. Тут еще и танк. Танк? Боже, я бы... Танк за углом стоит. Да, хорошо. Танки — это твоя тема. Пошел в жопу. Пошел в жопу? Танк. А за что здесь? Абрамс? Или что тут у них? Армата, ёп. World of Tanks. Есть пробитие! Техническое отверстие, да? Еще аптека. Аптека? Да, почему? Да? Надо чё, надо чё. А тут арбалет, оказывается, стреляет в обычном моде, ну, режиме разрывными, а разрывными, да, в необычном мягкими, да. Ой, блин, чёрт. Что там происходит? Что там происходит? Там танк. А в режиме прицеливания стреляют этими, как они, там нёрфы? Там БМП, а не танк. Ну... Оверкилл. Так. Желтые вот, ящики. Желтые ящики, да, по ним монтировку постучи. Отличная идея, но... Да, но... Не останавливайся, давай, следующий ломай. Не ограничивай себя. И там еще три забыли. Пошли в жопу! А что тут у нас? Там в дырку надо лезть. Вот у нас. А, хорошо, давай залезем. О, там мужики бегают. Да. Еще один слева. И под сеткой можно меня тут восстановить. Хорошо. Но, пожалуй, нет. Просто потому, что пошел ты нахуй, вот почему. Когда теперь? Я заберу гранаты. Хорошо. Да. Что, наверх все-таки? О, гранаты, у нас есть гранаты. А еще и 10 штук гранат. Ебанись. Да. Прости, просто у меня эти флешбеки, знаешь, еще вертолеты, гуки, они на деревьях. Тук-тук. Ну нихуя себе, надо открывать. А тут модуль для дальних прыжков. Это он в самом конце будет. Я гранату закину, пожалуй, броню. Оу. О! А! Ой, что происходит? Не знаю, но я умер прям сразу. Молодец.
Ага. Achtung, Minen, unser Bohren. Ага. А тут ничего интересно. Сверху level change, вам на крышу здания надо забраться. Ага. А потом сюда вниз спускаешься, и там такая полная минус в коренной. Да. Советую сразу бежать, стрелять и не заморачиваться. Help me. Мне кажется, это подстава. Я ему не верю. Давай его добьем. Давай теперь. А, просто снайпер сидел. Хорошо. Тяпа, мина. Что? Ну это с фильма, да. Покажи. И надо сверху по решетке лезть, не под ней. Да. О. Сзади окошко, гнездо снайперское. Так. Нихуя себе. На них не надо, надо к ним подойти вплотную и выстрелить, Дред. Ай, бля. Ну, понятно. Добро пожаловать. Добро пожаловать в Сити 17. Здесь безопасно. Это абсолютно. Ну чё, я думаю, прыгаем. Да, это безопасно. Абсолютно. Нет, не, подожди. Я хочу дорастрелять. Ну ладно. Там просто стоял мужик и не умирал. Ну ладно. Простите, друзья, я не специально. Надо вообще к лифту попасть. Да, в лифт надо добраться. Ну я помню, смотрел спидран, тут просто на этот самый ставили минус здесь, там и перебирались. Ты, блин, только соответственно. Я поставил минус, хочу попробовать запрыгнуть на него. Во, получилось. Смотрите, можете залазить. Ага. Вот в твоем ага было столько уверенности. Бля. Что такое? А ты присаживаешься в прыжке? Да. Сука. Пробуй на бочку запрыгнуть сначала. Блять! Я, наверное, пойду классическим путем. Пластическим? Пластическим. О, боже. Боже, да. Ждем, если что, мы не виноваты. Если что, мы не можем виноваты, будем точно. Давайте туда по минам постреляем. Вот так вот, например, да? Ой. Безопасная игра. Я застрял. Что? Ну, сейчас вам гранату скину, хотите? Не надо. Атос, Атос. Что там было? Кто там был? Оп! О, граната, где? Ладно. О, ты все мне отдал? Спасибо. Спасибо. Боже, столько патронов! Я сейчас обловлюсь под собственным весом. It's raining, man. Аллилуйя! У меня вообще... Что там происходит? Два мужика прибежали.
И там еще один да. бежит. Еще один бежит, хорошо. О, мне кажется, двоих подразорвало. 600 патронов, господи боже мой! А ты уже умер? Да, я уже умер. Да, я кинулся. Все умерли. Тут смена уровня. Отлично. Сейчас будет смешно, если я стартану. Да, смена уровня. Здесь смена уровня. Все рванет. А у нас survival mode еще даже вот тут включился. Ебок. Понятно. Включился и все, я сразу закончился. Блять! Я тоже. Это больно сильно. Что-то уничтожил эту. Что это? М113 или как она там называется? Нет, какая-то ебань. Ну похоже чем-то. Это какая-то страшная ебань. Причем неведомые, страшно неведомые йогу. Типа с четырьмя точками. Ну. На 4 человека, что? Ладно, похуй. Очень большое. Началось вторжение, да? Типа по сюжету, я так понимаю. Масштабное. Дред, что ты Димена давно делаешь? Да? Что ты делал? Зачем? Джимен, да, я понял. Я просто не понял, что делал товарищ Дред с арбалетом и бедным мужиком. Я не знаю, что-то не сработало в прошлый раз. Ладно, опустим. Я сделаю что? Да. Ты так не подбегай, это... Это у меня арбалет. Ну, почти уже нету. Он уклонился специально, видишь? Добей, свидетелей мы не оставляем. Ох, ни хрена себе тут склад. Ей! Я сейчас появлюсь. Да, боже. Пятка! Че, серьезно? Пятка? Да. Пятка. Да. Это пятка. Прицельком. Ну и замечательно. Подожди, надо убить этого. Я с ним это сделаю. Кстати, смотри, можно тебе эксперимент провести? Постреляем по голове с пятки. Ты будешь слышать звук? Вот ты постреляй с него с пятки. Да, слышу. Слышишь? Да. Вот у меня сейчас такая же херня. Короче, я так понимаю, надо просто звук приложения переключить как-то. А может быть, ну-ка, я сейчас просто эксперимент проведу даже. Да забей! О, смотри, я груз. Ладно, потом разберемся, но я понял, что за херня, настроим. Там через второй этаж нужно. По краешку, через окно и по краешку. Один электроящик, второй электроящик. На лестницу разбитую. Я упал. А я еще и не туда пошел? О, я вижу скайбокс. Что тут?
Ты видишь скайбокс? Да. Я вижу божественный куб неба. Блять! Хикс. Да. Ты что, завис? Я не завис, я сейчас. Завис. Нет, я не завис, я просто. Да ты зависимый. Так, да куда идти-то? Прийти на второй этаж. Да, в окно и там. Я там. Я в окно выпрыгнул, опять к этой. К... Да, вот, куда дальше? Коробке. От тебя направо по этой и вот собственно там вот. А, я понял. Да, и тут я, такая площадочка, там. Там еще одна платформочка. Заебался. А, понял. Ты тут разберешься? Да. Мне не нравится, там радар крутится, я прям это... А как залезть на эту лестницу, если она упала? Да. Нужно на второй этаж через окно пройтись. Понял, по краешку. Понял. И с одного ящика на второй ящик. А так у нас добрый тут... Помедленнее, я записываю. А так у нас тут карта Crossfire. О боже! Шикарная карта. Карта моего детства и прогулок в школу. А как я с обратной стороны на лестницу цеплюсь? А, ну так, понятно, все, да, все получилось. Вот этот как он чинил, про этот альвертоплан. Вертолет. Крым наш. Вертолет. Ты его сбил? Молодец. Да. Стой, стой. Вниз идешь? Нет. Направо от себя, назад. Да, туда. Да, да, да. Блин. Назад. Забрали. А болтает, блядь, тело, не? А что у него там, МК? А что такое? Ладно, лутая. Сука, ты меня дрочишь? Да можно уже и так пройти, чуваки. Можно было и обратно идти. Я тут дверь открыл. Так, тут аптечки. Какие? Ай, блядь. Какую? Какую дверь? Какую дверь? Я не вижу никакой двери. Кто там? А, это ты? Блин, я охренел. Я тут хедшоты раздаю. Думаю, кто там с гаубицы стреляет? Я нам... Я просто. Я вот здесь отговорил, что я дверь открыл, надо было уже не ладить. Ясно, понятно. Тоже не принципиально. Нам сюда. Тут уровень меняется. Я пошел. Ты знаешь, что мне кажется, что у тебя косоглазие, потому что. Прибор ночного видения, который сейчас... А я, по-моему, даже не делаю, в принципе. Да, я не делаю, в принципе. В общем, то, что я вижу, говорит о том, что у тебя с глазами не в порядке. Что-то очень сильно не в порядке. А еще, мне кажется, у тебя зашит рот.
Ты слишком много пиздела, да? Ты признайся. Просто признайся. Так. О боже, это просто великолепно. Это настолько отвратительно, что просто великолепно. 101. Тут это не работает, я нашел просто команды. Ты нашел просто команды? А! Снорк! Так, что это значит? Блять! Что такое? Меня загрызли снорки. А, понял. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. СВ, нижний пробел. Читс. Л1. Не работает. Что не работает? Потому что get some pussy. Good mod 1. И в ау. Короче, что-то как консоль тут не работает, окей. Все ради страданий. Че себе? Было быстро. А, потому что у вас по полтинникам. Ну я не знал, что с трех выстрелов можно убить человека. Чуть-чуть откручили, человека можно убить с одного выстрела. Я понимаю, что это возможно. Как известно, я же играл со женщиной. А женщина это не человек. А вон оно чё. Тогда ладно, тогда ясно. Да, стану без лайки. Сука! Что там у вас? Я упал. А, ну не умер же. Мне так нравится, как они разлетаются. Полечишь меня? Спасибо большое. На крыше этот чужой солдат стоит. Чужой солдат? Ну, в смысле, вот. Хучка? Инопланетно. Хучка.
Вот это тоже. Да, вот повернись обратно, в другую сторону, вот, видишь? А, это вообще хуй, как его зовут. Ну, он Ален Грунт, но Грунт это, в общем-то... Грант. Ну, Грант, Грунт да. Это Грунт. Ну, да. Вот, сука, бесит вот эта вот хрень. Ну пиздец. С разбегу надо пробегать, да и все, и подпрыгивать. Нет? Во. Во. Вернитесь к жизни, друзья мои. Hello, Гордон. Блять. Опять. Так. Помните. Да. Атлас, посмотри наверх. Ныряем. Смотри наверх. Да, вижу. Но это не так эпично выглядит снизу. Да, жаль. Я понял, что ты хотел сделать, но... Но снизу это не выглядит так эпично. Я не могу залезть. Ай, бля. Пипец. Да. Перепутал кнопки. Что ж. Что ж. Тут какое-то мясо внизу. Может, на них эти снарков кинуть? Что-то приседать, а? Два ползает. Пипец, у меня не хочет приседать он. Что происходит? Left control. Сделай shift, чтобы мизинчиком приседать. Так, вот направо будет, направо внизу лестница, а, будет сразу же. Я случайно консольную команду ввел. Все работает. Да. Какие-то консольные команды все-таки работают. В комнате есть аптечка, но вот за шкафами один. Да-да. Так, а наверху охранник, которого нужно подвести к дверям, а потом, собственно, он тебя выведет через ту сторожку. Все, я разобрался, как здесь работают читы. Это лучшее, что я мог услышать за все. Да, в следующей катку они будут работать. Надо так, просто устраивать максимальный лимит игроков 3 человека. Когда 4 уже не работает. Интересно, почему? Так. На улице 2 электроглазика. Что? Ну, эти электровеники. Мои любимые. Ага. Они дохнут от одного попадания. Револьвера. Да ты что? И дохнул. Теперь к этой сторожке. Ну, это по гранпункту или как это правильно? КПП. КПП. Да. А слушай, а если он забежит на эту хуйню, он улетит, да? Может быть. Теперь его можно пострелить? Стух не надо. Блять, меня телепортировало, а я хотел проверить. Налево, да. Ой. Понятно. Туда лучше не заходить. Там тебе не понравится. Да? Ой, блядь. Да. Что? Слушай, а можешь мне немножко похилять? Нет. Ой, а тут их двое. Представь себе.
Серьезно? Да. Он, короче, просто съебывать надо оттуда. Направо. Что, пробежать надо, по-другому ничего, да? Да, направо, направо и уходить. Через эту автостоянку. Мне кажется, он это, с машинкой не играется. Угу. Ну, где-нибудь есть пушка? О, я помню это место. Тут типа через прыгать вот эту хрень. Блять, она же, сука, не работает. Не, работает, надо, работает. Надо с разбега подбегать и пробел нажимать. Да. А теперь вот конечно. Тут вот видите, где этот знак работает? Вообще до одного места. Тут надо взорвать ворота с помощью... Это карта тут местная, которую что надо обозначить. А, тут надо этот, да, трейдер, координаты выводить. Так, где мы стоим? Я бы сказал. Мы стоим, по-моему, вот здесь. Да. Сюда наносим урон? Урон. Ну нет, нам нужно по той штуке. По какой той? Какой по этой вышке нужно бахнуть. Вот он где. Он сейчас по нам будет пытаться шмалять. Вот по этой вышке. Вот. А, понятно, понял. О, громадный. Привет. Чуть на себя. А может тогда вначале эти ворота, ну, стенку пробить, а потом уже. Давай я его забайчу, а ты сейчас вот. Так, давай пристреляемся. Куда? О, вот, вот а, ну, работало. Да, а я теперь, хотел, наверное, там еще вот эту стену бахнуть. Ну, вообще не обязательно. Давай бахнем все стены. Не? А, надо еще дверь теперь бахнуть здесь. Блять. А, точно. Кто? И feel or something. Да, и or something. Я or something. Так, я смотрю. Ой, бля. Понятно. Надо тоже взрывать. Че, второй прибежал? Он наверх? Нет, может нет. Забраться, ни хрена себе. А тут типа подъемничек небольшой есть. Я вот пытался этой хренью пользоваться, но она и в первом так. Вы не умеете, надо просто прыгать. Наверное. В следующей жизни, когда я стану кошкой. Ага. Ла-ла-ла-ла. Попал. Уходи. И дверь закрыла. Свет заключить не забыть. Ты чё, Кирилл? А зачем ты там его? Его можно, но зачем? Давай, валяй туда просто. Да мне бы теперь выбраться из западни. Вот-вот. Хелс в офисе бьедрит. Да, и не говори. Тебе в голове ничего не упало, да? Нет. У тебя нормально все с башкой, а? Ура!
И на этом все, дорогие товарищи. Спасибо, что смотрели. Лайки, подписки. Вам приятно, мне полезно. Обязательно заходите в описание. Ну, там наши дискорд-сервера Кооператив Дружба и Homeworld Russian Fleet. Обязательно заглядывайте. А мы увидимся в этой или в какой-нибудь другой игре. Все. Очень прошу, господа, давайте закончим. Давайте, да, я согласен абсолютно.